Давайте рассмотрим настольную стратегическую игру «Пентага. Третье измерение». Итак, в коробочке мы найдем игровое поле, шарики, 20 карточек с заданиями и удобная крышка для того, чтобы можно было взять игру с собой, все это сложить. И вот таким образом, она у нас небольшая, мы можем ее взять в дорогу, либо в гости, либо просто на прогулку. Итак, суть игры в том, чтобы игроки расставили на поле из шариков комбинацию, которая дана у нас в задание. В эту игру может играть от 2 до 4 человек. Игра достаточно быстрая, до 15 минут на партия каждая. Каким образом мы играем? Игроки достают задания. Можно это делать либо каждому игроку по заданию, либо одно задание на всех. Первый игрок выставляет на любое свободное место шарик и поворачивает любую из игровых долей. Делает поворот, ставит обратно. Следующий игрок должен продумать свой ход и поставить следующий шарик, так, чтобы потом собрать ту комбинацию, которая у нас выдана на задание. И затем тоже после своего хода он поворачивает любую из плоскостей. Таким образом ход переходит друг к другу и выигрывает тот, кто соберет комбинацию последним. Если нас играет трое игроков или четверо, то тогда, когда последний игрок складывает комбинацию, предыдущий игрок выбывает из игры, так как он не помешал нам победить в этом раунде. Еще один вариант игры, когда каждый игрок выбирает себе карточку с заданием и не показывает ее соперникам. И таким образом каждый игрок собирает определенную комбинацию, но мы не знаем, какая комбинация у нашего соперника, тем самым помешать ему на все 100% не можем. Игра очень интересная, очень увлекательная. Рекомендована она от 8 лет. И любому взрослому будет в компании интересно поиграть. Так что играйте и пользуйтесь.